Друзья, добрый день. У нас на просмотре вилла Демиан. Она у нас на 3 спальни и находится в районе Семеняк. Вилла имеет очень большой бассейн, чиллаут-зону прямо посерединке и открытую гостиную. Открытая гостиная тоже очень просторная, современный стиль у этой виллы. Сейчас я покажу вам кухню, которая здесь также оборудована всем необходимым. Есть у нас блендер, есть кофемашина, есть тостер, микроволновка, холодильник. И вся посуда, она, в общем-то, находится здесь, в этом шкафу. Есть еще сад и Будда. Вот он. Такая интересная вилла с таким минималистичным дизайном. Также здесь присутствует у нас такая зона, где можно посмотреть телевизор, послушать отсюда музыку. Через этот телевизор можно проигрывать любые диски, любые флеш-карты, жесткие диски, в общем, многофункциональный этот телевизор. И одна из спален. В принципе, здесь все спальни идентичны. Имеет свой шкаф. И вот здесь находится кондиционер. И в каждой спальне есть свой санузел вместе с душем. Вот такой у нас душ. И здесь у нас санузел. Вот он. Вот он санузел. Полотенца есть. Присутствует в каждой спальне 2 полотенца вместе с полотенцами для лежаков. А лежаки 4 штуки. Так, сейчас это вот, кстати, сушилка для вещей. Это у нас спальня номер 2, она абсолютно идентична, как я уже говорил. Такой же шкаф для одежды, я могу открыть, показать. Вот он, шкафчик для одежды. Есть сейф для хранения, тоже в каждой спальне. Сейчас посмотрим у нас 2-й санузел. Так, вот здесь у нас находится душ. Вилла безопасная, вон есть большой забор бамбуковый, покрашен в белый цвет, чтобы все сочеталось по цветам на этой вилле. Так, и у нас остается последняя спальня. Последняя спальня у нас остается. Центровое расположение у этой виллы, то есть где-то минут 5 езды до центра Семеняка. Кафе и ресторанчики, все в пешей доступности. То есть расположение супер. Вилла подойдет для отдыха с компанией друзей, для парочек, а также для семей с детьми. Потому что вилла одноэтажная, безопасная, и есть свой небольшой садик для того, чтобы ваш ребенок здесь бегал. Вот такая вот вилла Демиан. Добро пожаловать!